Всем привет, друзья, с вами Варчик, и это обзор гарнитуры HyperX Cloud 2. Мы на нее на стриме насобирали, попросили сделать видосик, как я ее распаковываю. Голос будет звучать через эту же гарнитуру, то есть микрофон вы можете уже ощутить, какой в этих наушниках. Ну и самое первое, что нас встречает, это коробка. Коробка — это, в принципе, половина впечатления от покупки. И хочу вам сказать, что коробка, в принципе, очень достойная. Особенно, когда ты открываешь уже вторую, так сказать, часть коробки и видишь эту серую коробчонку. Она очень-очень приятная, очень классная и офигенная. Потом открываешь эту коробку и видишь на внутренней стороне, в принципе, такое вот послание от HyperX с росписями, ну и я так понял, там много чего интересного написано, кому интересно, переводите. Дальше, что мы видим, это здесь все закрыто такими вот мягенькими штучками, открываем, и все как на витрине лежит перед нами. Есть еще такая вот маленькая коробочка сбоку, в ней сумочка, в которую можно все положить, весь набор, что есть с наушниками. В принципе, сумочка такая мягенькая, ну и в принципе нормальная. Не сказал бы, что она плохого качества. Нормальная, мягенькая, приятная сумочка с кармашком на липучке. И сверху есть такая вот застежка, которая затягивается на резинку. Также дальше мы видим такой вот удлинитель, который с внешней звуковой картой. Это очень приятная вещь, чтобы не париться со всякими звуковухами и остальной байдой. Просто втыкаешь в нее, и здесь такой вот пультик удобный. Делать тише и громче звук в наушниках, либо тише и громче микрофон. В принципе, я поклацал, попробовал, все работает идеально. С Windows 10 все клацается, делается громче, тише. И микрофон, и наушники. Также потом вы увидите, что если в USB 3.0 воткнуть, то еще и подсвечивается этот пультик HyperX красненьким. Ну, в принципе, это такое. Я на этот пультик втыкать не буду, но светится, и пусть светится. Также здесь провод в оплетке, очень приятный, мягкий, и оплетка хорошая, добротный такой провод. Не сказал бы, что он прям жесткий, но такой тяжеловатый добротный провод. Все лежит на своих местах, мягенько, прикольненько. Настала очередь посмотреть на микрофон. В принципе, микрофон такой же, как и в HyperX Cloud Core. Версия, которая была чуть подешевле, раньше я ее покупал. И вот от старых наушников у меня микрофон. И вот как он будет выглядеть через год. То есть новый микрофон выглядит вроде бы хорошо так, свежо, а старый микрофон уже немного разлазится и похож как будто бы из одного места. Также есть переходник для танкистов, чтобы подключиться к танку.
Шучу, это для переходник для самолета, ну такое. В принципе, есть и есть. Я не знаю. Если эти наушники не использовать вместе с микрофоном, то на улице они, наверное, смотрелись бы достаточно хорошо. Также есть велюровые амбушюры. И когда я здесь их мацаю, то видно, что немножко сбоку так вот пустоватое чувствуется. Такое ощущение, что в ней какая-то колбаска кругленькая, и она мягенькая, ничего не могу сказать, но по краям чувствуется немножко пустоты. А так, в принципе, я их надел, сейчас записываю звук в велюровых амбушюрах, и все отлично. Также мы тут видим самое главное, что в этом комплекте было, заначка. Ну и переходим к самому основному. Это оторвать пленочку от наушников. Наушники очень добротные, я уже знал, чего ожидать от них, потому что у меня Cloud Core были, и да и в принципе есть, правда, они поломались. Но отработали свой срок на ура. Купил я теперь еще Cloud Core 2. Вижу, что комплектация богатая, но в принципе сами наушники это те же самые Cloud Core. Только, ну, цвет можно выбрать там розовый, либо, как у меня, металлический. Оголовье мягенькое, со строчкой. Все очень четко, красиво. Очень они хорошо сидят на голове. Шумоподавление отличное, если вы сидите не в велюровых, конечно, амбушюрах. Самое главное, что вам нужно попробовать, если вы купили эти наушники, это вот эта вот пластмасска, которая соединяет оголовье и сами уши. Она очень офигительная. Вот эта пластмасса, она не знаю, с чего она, какой у нее состав, но на ощупь это очень классная пластмасска, офигенная. Да и сами наушники тоже сделаны из такой пластмассы. Она очень приятная на ощупь, она просто офигенная. Когда берешь наушники в руки, ты прям чувствуешь качество. Ну, короче, я беру, снимаю амбушюры, потому что лето, ну и буду пользоваться велюровыми, поскольку они в них не так потеют уши. Вот светится наш переходничок. Там есть, кстати, кнопка посередине 7.1. Сбоку еще ми выключить микрофон можно. Ну и посмотрим. Говорят, что музыку слушать с 7.1 включенным не нужно, а вот во всяких там играх можно попробовать. Наушники Cloud 2, это в принципе те же самые Cloud Core, которыми я пользовался больше года и стримил в них целыми днями. Поэтому я знал, что покупаю. Они очень качественные, классные. Сидеть в них можно по полдня. Они мягенькие, материалы офигительные, позиционирование звука офигительное. И поэтому я целенаправленно купил именно их. Это те же самые Cloud Core, только с более богатой комплектацией и с теми фишками, которые мне будут необходимы. Видео было снято на телефон мой, Lumia 920, поэтому качество какое имеем. На этом у меня все, пишите свое мнение в комментарии. Я не профессиональный обзорщик, снял видео просто потому, что попросили зрители, поэтому так вот. Да и это не реклама, и денег мне никаких не платили. Чисто свое мнение. Да и мои зрители, которые пользовались такими же наушниками, они имеют точно такое же мнение, как у меня. Ну и в принципе все. Такие вот наушники. Как они выглядят на голове, можете зайти посмотреть на любом стриме, который у меня на канале есть. С вами был Варчик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Спасибо огромное за этот подарок для меня, который мы насобирали на стримчиках за донатики. Всем пока.